Но то, что вот там у вас стояло, оно возможно, да. Там... Вы жалеете? Да, да, да. Но только я вот те, которые неповрежденные стоят. Батареи. Ну, у меня надо зайти в квартиру, проверить. У меня просто сейчас батареи вообще там нет. У меня такие были поменены, мы их туда сбежали, мы их сняли. Но я их привезу, я буквально сегодня дам, что это туда нет. Просто есть закрытие. Я просто чтобы не привезли все батареи, мы просто закрытие. Сейчас они померяют, что вам надо. Давай. Все, так что понимаете, сейчас наши сотрудники пройдут за эту каждую квартиру. Внутреннее, получается, от стекло разбилось, в принципе, так и на третьем этаже в квартире то же самое. Также у людей разбилось стекло. Получается, кухонное окно, его можно выбросить, оно непригодно к эксплуатации. Те окна, которые в двух комнатах, их, в принципе, можно починить. Сегодня в 9 утра мы, жители третьего подъезда, по Кирова 93, собрались, чтобы обеспечить доступ к управляющей компании и представителям теплокоммунэнерго, чтобы прошлись специалисты по нашим квартирам и посмотрели, в каком состоянии находятся наши батареи и стояки, потому что в течение полугода подъезд не отапливается, и начало разрушаться то, что не разрушено взрывом. То есть по подъезду течет вода, большая влажность, в квартирах стала образовываться плесень. Поэтому на вчерашнем собрании с нашей городской администрацией мы подняли вопрос о возможности, если это возможно, включить хотя бы наш стояк, который частично пострадал от взрыва. По этой причине сегодня мы как бы собрались, чтобы специалисты посмотрели, реально это, нереально. Потому что как бы у многих людей осталось имущество в квартирах, не у всех есть возможность его вывести. И, соответственно, имущество приходит в негодность. Как бы. Мы обеспокоены тем, что на момент возвращения в наше жилье придется делать снова ремонт. Чем следует?